как печатать на принтере напрямую с USB-накопителя. Подсоедините накопитель к разъему USB на вашем устройстве. Обратите внимание, емкость накопителя должна быть не больше 8 ГБ. Устройство произведет поиск доступных файлов для печати и выйдет в меню работы с внешним устройством. Выберем пункт «Распечатать фото». Затем нужно изображение. Здесь мы можем редактировать изображение перед печатью и изменить настройки печати, такие как размер и тип бумаги, источник бумаги, печать с полями или без, качество, расширение, установить печать даты и настроек камеры на вашем фото, выставить печать по рамке и двухстороннюю печать. Закончив с настройками, нажимаем «Печать». Также вы можете отсканировать документ или изображение в память накопителя. Хорошей вам печати!